всегда какие-то помехи, как будто разряд от биодетектора уничтожил какую-то позитронную систему. Неудивительно. Это Уоррен постарался. Вывел из строя десантный корабль одним импульсом. И сжег позитронные схемы? Чтобы убежать? Нет, чтобы они не убежали. Хотел прикончить как можно больше солдат. И отрезать им путь к отступлению, к камикадзе, мать его. Вместо этого он только разозлил Оливье и его ребят. Так он еще у них? Вот ты и разузнай, кто из нас хакер, ты или я. Я его засекла. Он на пути к поселению первых старателей. Я думала, он убежал и решил там спрятаться. Но, похоже, его туда ведут солдаты. Почему именно туда? Откуда я знаю? Это регион псих, фанатик. Я с ним говорила всего пару минут, а он все твердил о Глории и о новой Эре. От такого психа всего можно ждать. Зачем он ведет туда Уоррена? Надо убить Оливье. Прикончи, Варри. Чего ты ждешь? Есть, мэм. Найду Уоррена, спасу мир и принесу тебе голову полковника на блюдечке с каемочкой.
Начинаю бой. Давайте, мать, долбанная милиция. Все зависит.
Ничего. Давай, работай. Эх, братишка, нету тут рынок. Никто его сюда не ведет. У тебя есть биодетектор? Шутишь? Они только на кораблях стоят. Причем последний детектор взорвал рынок. Здесь есть видеокамера. Не поступает с них картинка. А если к ним кто-то подключился? Кто, например? Золотофона я на пару с Аспидом? Аспид из игры вышел. Ты ведь это знаешь, а? Так что я теперь лучший хакер на Альфе.